Опять мы в прекрасном магазине. Опять висюльки. Пошел я за макухой. Красота. Все есть, все есть. А люди на видео, Саша, ну я на кубики с макухой посмотрел. Они говорят, это что, деньги пачками? А, представляешь? Я на кубики с макухой навел камеру и говорю, все есть. Они мне пишут в комментариях, это что, говорит, деньги пачками. Ну я говорю, не. Ёханый бабай, красота какая. Да нет, я отвлекся, я макуху надо забрать. Его надо снять, чтобы что-то рассказывать кому-то. Красота. Свинца. И Путина убить можно этим свинцом. Шпрульнуть в них. Ага, отлично. Там где-то мои пакетики. Вот уточки. Вот уточки. Нашел. Ой, самое классное. Раз. Два. Три. Опа-па. Три куска, три пакета. Они так и остались по 15? Прекрасно. Хоть бы палец подняли. Лайкнули типа. О, улыбается, фотогеничный. Хороший продавец. Так.